Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Эх, Ебукешечка, родненький, как жизнь твоя? Нормально, все хорошо. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортьет, а также Капитан Очевидность. Играем в Warface. Сегодня пойдет разговор об уникальном режиме уничтожения. У него есть некоторые очень уникальные свойства. Кроме этого, есть у меня для вас отличненький анекдот. Первая брачная ночь. Муж еврей. Headshot, baby, you get owned. Ты же сразу, сука. Рачина, мрачина. Благодарю, Нарина. А жена у него не еврейка. И она такая, опаньки. Эхо, браша, браша. Он такой, Танечка, что такое? Я, говорит, слышала, что вам, евреям, делают обрезание. Он говорит, да, делают. Я не думал, что отрезают так много. Да. Танечка просто не в курсе, что дело-то не в том, что делают обрезание, а просто обраша, обраша, да. Не, хуй ты на меня смотришь? А не, ничего, как нормально. Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие... Я уже говорил, сука, туплю. Отвлекся. Просто тупо отвлекся. Все-таки поднагнуло разок. Да, есть. Ракутагин, а помнишь, какие раньше здесь жирненькие рачки? Да, да, рачки. Раньше вообще как бы Warface на паблике, сука, нереальный был. Как на ПВЕ. Просто идешь и для удовольствия музыку включил. Одна головка, вторая, мозголомчик другой. Вообще, ну, в принципе, сейчас так, но... Вот сейчас прицельные появились, e-sport чекают, вот, вот так сидят, сука. Да. На чем остановился? Друзья, уничтожение. Уникальнейший режим. Просто подумайте, вот видите эту карту? На этом режиме, за все время его существования, до недавнего времени, пока не ввели карту студия. Кстати, очень классная карта. Все время была еще одна карта, башни. И башни особо, ну, не игрались по сравнению с маяком. Маяк всегда был популярнее. Особенно на сервере Браво и Чарли. На Альфа еще более-менее башни попадались, но хедшот где-то очка... Башни никогда не были, как бы, топ-карты, я считаю. Так вот, по сути, режим уничтожения — это режим, будем говорить правду, разработчики, на который вы положили. Человек-ящик. Одна из любимых тактик Ракутагина. Есть такая. Ящик хороший, тактика просто изумительная. Можно вот сюда гренку закидывать моему сладкому, да? Да, там он, там голубчик. Вот. Можно просто хорошо время провести. Можно вот так задымить. И самое главное, ты контролируешь выход с респы противника. Вот так где-то, что, да? И говорим мы сегодня за уничтожение. Режим, который фактически... Режим, который около 8 лет уже существует, и большую часть этого времени разработчикам дабл килл, будем честны. Мультикил, давай! Я сейчас почти! Вот оно, проявление углового потенциала. Потенциала, не спорю. Кэп, во всем нужно с умом подходить. Я с умом подошел. Если бы я просто вышел, меня бы снайпера сразу сняли. Я все правильно делал. Это была обоснованная тактика. Вот так, мой хороший, готов. Режиму. Кстати, забавно, совершенно разные вселенные, а музыка из Сталкера подходит в Warface. Вообще, она везде подходит всегда, эта музыка, она божественная. Та-дам, та-дам-дам, рампидам, та-дам, хэшотко, нам-та-дам. Понимаете, режим, который существовал сам по себе. Разработчики сделали две карты, забили нафиг на режим, и многие годы о нем не вспоминали. Разработчики, к чему я все это веду? Почему то, что у вас получается, вы это не развиваете? Объясните мне. Вот почти 8 лет существует режим. Существует, причем, благодаря всего одной карте. Преимущественно.
Ну, вот сейчас появилась студия, она не менее успешная, чем эта карта. Почему вы раньше его не развивали? Зато за Блиц вы зацепились просто пипец. А разработчики Блиц дерьмище. Нет, может быть, какие-то там отдельные люди считают, отдельные карты. Ну, серьезно, ну, по правде. Ну, дерьмище же, дорогие игроки. Я думаю, большинство из вас скажут, что по сравнению с тем же подрывом или уничтожением, Блиц это дерьмище. Но наши разработчики... Вот это фокус. Да я еще не так могу, смотри сейчас, что будет. Видел, а? Да. Это все как бы навыки ракутагинские. Прострелы. Вовремя туда-сюда правильно все делать. Вот так вот. Это уметь надо. Это тебе не в тапки срать. Давай. Не, нифига. Опаньки. Хедшот, детка. Дабл килл. Мультикилл. Мозгором. Вышибатель. Да! Сочно! Вот так вот, Кэп. Вот так вот. Это тебе, блин, это сука. Ракутагин, ну как за все эти годы тебе не надоело маслачей на респе жать, а? Кэп, да в этом жизнь. В этом смысл любого шутера. Чем мне еще заниматься? Что, еспорт чекать? А что, типа, пацан малолетний, что ли? Я взрослый. Сформировавшимися мозгами человек. Я-то как раз понимаю, что я в игру пришел, чтобы получать удовольствие. Чтобы получать от игры удовольствие. Сосать. Вот так вот. Не, ну всякую хрень, нету времени. Я получаю максимум профита, максимум удовольствия от игры. Так вот. Разработчики, вот есть классный режим, почему не развиваете? Серьезно, это уникальный режим. Режим, который выживал самостоятельно, самостоятельно. Вот по большому счету, разработчики этот режим сделали, сделали две карты и забили. Почти на 8 лет, вот по-моему, когда там, в прошлом году получается, да, ближе к Новому году, или когда они сделали эту карту, студия. Классную карту, все, вопросов ноль. И реально классную. И все, просто положено моментально. Зато Блиц, сделали Блиц. Игроки говорят, не нравится, нам похер, это супер идея, мы будем ее развивать. И уже три карты настрогали, одна из них вообще хрень полная. Я чувствую, еще будут строгать. Разработчики, ну вот оно, прям перед вами. Брошенный режим, никому не нужный из вас. Просто вот, фу, плюнули. А он, сука, на, цветочком оказался. И на одной карте, и на самой идее режима, этот режим прожил почти 8 лет. У вас перед глазами... Ваши гениальные творения, на которые почему-то вы положили. Хотя именно они во многом и сделали Warface популярным. Именно эти карты, эти забытые режимы до сих пор держат многих людей. Дорогие зрители, если вы со мной согласны или не согласны, напишите в комментариях. Хочу узнать ваше мнение. И кстати, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки. По желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Без этого просто никуда. С вами был Маркет. Абраша, Абраша. Бля, ну ты же добал, падла. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Пизда тебе, толстый. Там, как бывает, нормально.